Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. На ней накидка до земли полностью закрывает. Накидка. Хорошо. Защищая физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта, берем Диану в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Дианы поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Диану, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Ты знаешь, она в этой накидке, как в пелене, она очень длинная, полностью ее закрывает, и она вот руками разводит, показывает, что она ничего не слышит, стучит у нее. Я даю команду на счет три. Отключаю, снимаю эту накидку. Один, два, три. Отключается полностью и летит в клетку-тюрьму. Готово. Она приветствует. Хорошо, Диана. Откуда эта накидка у вас? Она говорит, не знаю, но чуть не задохнулась. Я даю команду на счет три. От этой накидки выстраивается канал к ответственному. Один, два, три. Я его притягиваю в клетку-тюрьму, становится моим заложником. Гуманоид. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Если гуманоид с кем-то связан, притягиваю, выстраиваю канал и притягиваю всех остальных ответственных. Робот. Робот. Отлично. Хорошо. Притягиваем от робота ответственного за этого гуманоида. Это ящер. Считай цифру ящера над головой. 328. Хорошо, ящер. Сегодня ты получишь урок своей жизни за несанкционированное применение вот этой накидки. Я сегодня одену на тебя эту накидку и заберу у тебя очень много энергии. А этого робота уничтожу. Все понятно? У него пульт в руках от этого робота. И пульт летит в соседнюю клетку. Если это руки можно назвать. Если это руки можно назвать, действительно, да. Улетел пульт? Да. Отлично, хорошо, все. И я даю команду на счет три. Сканер сканирует пространство над головой Дианы, под ногами, 360 градусов вокруг нее, на всех симметриках. Один, два, три. Сканер сканирует все семь тонких тел Дианы, находит все. Знаешь, у нее в тонких телах энергии ящера такие коричневые, как в прыске. Яд. Что ящер? Какая цель была? Обмен. Обмен чего? Что ты ей давал? У тебя контракт есть с ней? Биоматериал давал. Ты ей давал свой биоматериал? Она просила тебя об этом? Вот эти впрыски, это как его слюна какая-то, ДНК. Он маленькие впрыски делал. Под накидку. Хорошо, ждем сначала скан. Не, Лизард. Лизард. Перепады настроения. Это от него, да. Инкуб. У меня ощущение, что это тот же бес с воронкой. Бес, это ты? Только он установил сапоги на ней. Хорошо, бес есть там или нет? Да, он есть, но он не сидит в ней. Он только сапоги установил. Приходит, подпитывается, да. Понятно, хорошо. Бес 8-герцовый, дальше? Все. Хорошо, тогда давай сделаем след. Не, ящер перекрывал всех. Я и подумал, что он там с ним немногие выдержат. Разве что Лизард и Инкуб. Хорошо. Все, начинаем с реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Дианы спроецировать все энергетические и сферические каналы жизни. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Итак, сколько ты находился, ящер, со своим роботом в биополе Дианы? Три, чуть больше трех лет находился. Три, два. Выставь, пожалуйста, еще канал к этой накидке. Я только хотел дальше сделать. И выстраиваю канал Дианы к этой накидке. Один, два, три. Реверсом отдаю туда, по этому каналу. Весь негатив, все негативные патогены, низкой вибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Все, что получила Диана от этой накидки, возвращается в нее назад. Усилию потоки в 100 раз. До последнего микрона. Хорошо, Лизард, сколько ты находился в биополе? Он как-то так повизгивает. 7 лет. А что ты повизгиваешь, Лизард? Предчувствуешь неприятность? Нет, ему было очень вкусно в ней. Хорошо. Присмокивает он как-то.
А галактическое ядро показать тебе изнутри? Не хочешь? Не, он не хочет. А, странно. Хорошо, Инкуб, сколько ты находился в биополе Дианы? 6 месяца 6 месяцев, хорошо. Без твои сапоги сколько находились? Подожди секунду, этот Инкуб, он эротический фильм какой-то показывает. А через фильм пришел или через... Да, через желание. Через желание фильма, хорошо. И без... Не пошлый, просто эротический. Хорошо. Это, сцена просто приятная какая-то. Да. И без сапожки одел 4 месяца. 4 месяца, хорошо. Ждем окончания ревиза. А что вернулось назад в эту накидку? Что там возвращается, посмотри, Вера? Ну, возвращается, во-первых, вот это коричневое, как пыльца. Вот, вот. Это все вернулось через накидку, да? Возвращается. И возвращается ее мысль, у нее много сомнений. Угу. Обид каких-то возвращается. Это все шло от ящера. Его робота и этой накидки. Хорошо. Но то, что возвращается, она вообще, можно сказать, не могла самостоятельно мыслить. У нее все мысли связаны с накидкой ящера. Он ее как контролировал вот этим спреем, ядом. Ну, хорошо. Сегодня ящера передадут в организацию, которая будет контролировать его. Ни одно такое благое дело, в кавычках, не должно оставаться безнаказанным. Реверс закончился. Хорошо. Так, реверс у нас закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Диана забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. И информация идет. Ну, идет энергия, но это не связано никак. Ей идет информация. У нее внутри есть боль. Это связано с потерей ребенка. Да. В 2017 году. И вот эта боль, она живет внутри нее, но она зря переживает. Это не была ее вина. Душа ребенка воплотилась в ее младшем сыне просто немного позже. Ребенок ветреный. И, в общем, он передумал в 2017 году. Угу. Воплощаться, да? Воплощаться, потому что он увидел старшего брата, и он решил, что пусть он еще подрастет. Чтобы я был, ну, уж совсем младшим. Тоже верно, хорошо. Слово идет, что он ветреный ребенок. Хорошо. Озорной ветреный. Так что у нее зря эта боль внутри. Вы слышали об этом, Диана, да? Она хочет убрать эту боль. Мы уберем ее сейчас, уберем. Ей... Реверс закончился. Закончился. Хорошо. Так, давай попробуем локализовать, где эта боль находится в ее биополе. Один, сердце. В сердце. Она как пятно у нее такое. Пульсирует это сейчас, ты видишь, да? Да, неровная клякса. Хорошо. Такая. Я даю команду на счет 3. Диана, включая ей внутренний белый свет. 1, 2, 3. И своей родной энергией Диана выдавливает из сердечной чакры эту боль. Эту кляксу, все, до последнего микрона выходит и зависает перед ней в шар. От нее вибрации плохие такие идут. Много черного негатива она в эту боль запустила. Все выдавливается до последнего микрона. Готово. Большой шар. Но он, знаешь, двигающаяся клякса такая. Понятно, хорошо. Бес, это твое? Да, он уже настроен на нее. Хорошо. Диана, я отдаю бесу эту энергию, она вам не нужна. И эта клякса уходит к бесу. Это лакомый кусочек для него. Переживания, накопленные годами. У них это есть, да. Знаешь, у них черные такие, она как пульсирует, вибрации черные. Как масса как, такая живая. Как да. Молнии, да-да-да. Угу. Понятно, хорошо. Давай начнем. У нас закончилось сейчас реверс обратный, да? Хорошо, бес, выходи, снимай свои сапожки. И скажи мне, есть лярвы в биополе у Дианы? Подожди, он, у него вот эти все энергии пошли по всему телу. Угу. Он заряжается. Он сейчас вырастет еще у нас в клетке. Шерстка у него встала дыбом. Вкусно ему. Он пропустил, что ты спрашивал. Я говорю, как называется это у вас, шерсть или ворса? Это у вас так называется на человеческом языке, а у нас заправка энергией. Нет, я говорю, вот это шерсть у тебя. Как вы ее называете на ногах? Это шерсть или это ворса? Как правильно? Он говорит, что это вы нас так видите.
Давай, выходи, вытаскивай, снимай сапоги и скажи мне, есть ли лярвы в биополе у Дианы? Он говорит, сапоги сниму, и с рук сниму. Лярвы у нее нет. Вот эта вот боль он и называет лярвой. Хорошо, значит, ты уже ее получил. Хорошо. Все сняла. Все снял, хорошо. Значит, тогда после окончания, когда все пройдут, я тебя отправлю назад в дом. Инкуб, давай, выходи. Снимай все, что ты оставил в ее биополе. Ленточки, что у тебя там? Ошейники. Он пытался встать между ней и мужем в постели. Посередине втискивался. Да ты что? Поделить ее. Вот же ж. Такого я еще не видел. Все снял. Хорошо. Лизард, выходи. Забирай, снимай все, что ты оставил, всю свою жидкость, ничего не забывай. Возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если ты что-то оставишь, ты просто сгоришь в клетке. У него две чакры. Какие? Вишудха и сердечная. Вишудха и сердечная, горло и сердце, понятно. Там цвета, как диски такие, он снял все. Хорошо. Так, у нас остался ящер, гуманоид. Я даю команду сканеру. Наши три сканер сканирует сейчас Диану на чистоте ящера, робота-гуманоида. И отключает, выводит из всех семи тонких тел все частички, возможно, оставшиеся подключки, какие-то проводки. Все, что осталось в биополе, до 100% выходит и формируется в шар перед Дианой. Пошел процесс. Сканер сканирует и выводит все на частотах ящера, гуманоида-робота из биополя Дианы. Но у нее есть подключки, еще соединяющие ее с этой накидкой. Они смотались в шар. Все полностью вышло, да? Да. Открывая портал под этим шаром галактическое ядро, шар улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Я даю команду на 4, включая внутренний белосвет Диане, и этим светом Диана выдавливает из себя все негативные и патогенные остаточные энергии на частотах интерферентов. Их подключик 1, 2, 3, пошел свет. Все энергии выходят, формируется шар. Немного, но будет. У нее, знаешь, головой очень немыслимый. Вот тут вот я-то мешал. Небольшой шар вышел. Открывая под ним портал в галактическое ядро 1, 2, 3, и этот шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. И я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, все прошли. Буду тогда отпускать. Инкуб, ты готов уходить? Да, он готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба 1, 2, 3. И инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Лизард. Ты больше в это биополе не придешь. Мы это биополе будем проверять. Если я тебя увижу, уже никуда не уйдешь. Все понятно? Да. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда 1, 2, 3. И Лизард забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Да, на связи. Ли, я тебя приветствую. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь гуманоид-робот, ящер 328 и накидка, в котором человек задыхался 3 года и 2 месяца. Все забрали из накидки. Робота и накидку уничтожить, ящер заберут. Под накидкой и роботом-гуманоидом открывается портал галактическое ядро 1, 2, 3, и это все уходит на переработку. И также пульт улетает туда на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Ждем, пока ящера заберут. Готово. Хорошо. Так, у нас остался бес, и выходит эмоциональный фантом Дианы, 1, 2, 3, и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Проецируется на ее эмоциональном фантоме. У меня вышел фантом, много всего. Хорошо, Диана, вы готовы расстаться с этими энергиями? Да, конечно. Хорошо, бес забираешь? Давай. Отправляю бесу. Вкусно им. Хорошо, я тебе сейчас открою опять портал в дом. Ты сказала, там еще на ребенке, на мальчике ты, да? Он в доме, много чего.
Не в доме. Распросал на этажах. Я говорю, нет, на мальчике черт. На мальчике черт. Хорошо, ну тогда я черта притяну. Хорошо, открываю портал в дом Дианы. 1, 2, 3. И бес уходит в этот портал и дожидается нас там. Закрываю, печатаю, расставляю. Он воронку тоже подпитал. Ну, вообще из него сделаем демоняку. Хорошо, поехали дальше. Ушел он, Вера? Да, готово. Хорошо. Поехали по частотам. Переходим на частоту бесплотные подселенцы. У меня есть что-то. Хорошо. И это что-то выходит и летит в клетку. Снимается. Он белый фантом какой-то. Хорошо, снимается все маски и голограммы. Фантом пристает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Наверное, из квартиры подцепила, да? Да, он похож на птицу какую-то. Хорошо. А это птица или на какую частоту тебя отправлять-то? Она как в окно бьется, эта птица. Выйти хочет. Птица, успокойся. Ты меня слышишь? Ты на какую частоту тебя отпускать? На ее частоту. Хорошо. Открывается портал на частоте этого бесплотного подселенца. 1, 2, 3. Что бы это ни было. Что там открылось? И птица туда улетает. Закрывай, печатаю, растворяй. Что там это за портал? Низковибрационный какой-то... Низковибрационный сущ. Подселенец, да. Понятно, сущ. Ну, это если там портал открыт вниз, то это 100% оттуда. Хорошо. Поехали дальше. Хорошо, Диана, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Интересно чувствуют. Новые энергии, новые вибрации. Понять Хорошо. Их нужно. Да, это время надо, на этим надо заниматься. Хорошо, Диана, вы сейчас останетесь со мной, а Вера пойдет и поднимет сюда Даниэля. И мы проведем его чистку, а потом Иоанна.